Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня я хочу открыть вот такие сюрпризы. Как видите, у меня находятся яйца Лофис, яйцо Йохуп и его друзья, хэллоуинское яйцо какое-то, также какое-то новенькое яйцо нашла Данли Той, собери коллекцию Зомлинкс, и вот такое яйцо Снежная Королева. Давайте откроем сразу с нее. Не трясется, как слышите. Посмотрим, что тут находится. Я такие яйца не видела. О, тут даже без этого. Всего лишь наклейка. Давайте как-нибудь ее откроем. Пакетик этот. И посмотрим, что это у нас за наклейка здесь находится. Вот такая коллекция наклеек находится вот в этом интересном себе коллекцию 3D стикеров. Такие 3D стикеры. Снежная Королева по мультику, наверное. Интересно, яйца. И у нас попалось. Мальчик с девочкой, наверное, это эти, которые. Вот они. Дай посмотрим, это наклейка. Да, наклейка. Видите, немножко так блестит. Такие расстроены. Как помните этот мультик? Это Кай и Герда, наверное. Не знаю, этот, ну, по этому мультику или не по нашему мультику они сделаны. Такая интересненькая наклеечка. Кай и Герда, наверное. Давайте следующий откроем. Даже для меня новое яйцо. Там наверняка также игрушка находится. Без яйца. Давайте посмотрим и узнаем, что же здесь находится. Так. Ой, здесь полная ерунда. Штука какая-то. Как видите, непонятно, что это. Бык, олень. Такая, не знаю, вещулька. Непонятная. Такая желто-прозрачная пластика. Также вот здесь как-то так ставится, как будто накладывается. Может, на него зажим какой-нибудь. Нет, не зажим. Зажимать может что-нибудь. Такая штучка-дрючка попалась. Не зря же они дешево стоят. Давайте для меня вот первое яйцо Лофис. Ой, немножко помело, к сожалению. Я такие никогда не открывала. Давайте посмотрим. И растаял уже. Капсула бледно-желтая. Жуткий цвет, если честно. Не трясется ничего. Надеюсь, хотя бы игрушка интересная. Вау! Попался мальчик, который сидит на бревне. Вау! Тут аж два вкладыша. Такой интересный вкладыш, где написано «Любовь, и это когда забываются твои мечты». Сидят Адам и Ева голышом на луне. И вот такой вкладыш. 14 фигурок в коллекции. Шоколадное яйцо. С одной игрушкой. И вот они все игрушки. О, они собирательные. Вот у меня попался вот это. Давайте посмотрим. Что это за мальчик такой? Прикольненько. Вау, мне нравится. Здоровский. Они такие дорогие яйца. Немножко тут брак видно. Прическа такая мягенькая у него. Самый... О, он резиновый. Видите? Вау, прикольно. Ух ты.
Видите, такой интересный голенький мальчик попался. Из любовь это. Давайте следующий откроем яйцо. Юху его друзья. Посмотрим, что же здесь попадется за друг. Ой. Ну, одиночная, как слышите, фигурка. Значит, у меня попалась или сова, или панда. Ставлю на панду. Не, сова. Жалко повторчик. Такая прикольненькая сова. Ой, брак, какая жалость. Вот она. Очень интересный бархатистый, интересненькие, клёненькие фигурки. Мне они не очень нравились, но потом, когда кто-то открыл, показал, какие они там прикольные, интересные, мне они понравились. Давайте посмотрим, что в этом яйце находится за 3D-игрушка. Собери коллекцию. Для меня это и новенькое. Что-то так объемно. Так, драже. Ну, и они такими. Нет, они трезненькие. Мне показалось, мягенькие, но свеженькие. Вау. А нет, я, кажется, такие открывала. Я что-то наподобие такое, кажется, открывала. У меня что-то такое есть. Я посмотрим. Что там, певица и суперстар, что-то в этом роде. Они такие резинки. Так. Точно открывала. У меня вот это есть и вот это. Не помню насчет этой. Вау. А я думала, их уже нигде не найдешь. Вот такая интересная суперстар. Как повезло, что хотя бы новенькая. Такая прикольненькая, резиненькая. Как видите. Что-то их не зову. Нет названия, да. Суперстар. Видите? Вот она интересненькая. Давайте посмотрим. Еще откроем яйцо. Love is. Шоколадное яйцо. Посмотрим, попадется ли мне к нему девочка. А или может повтор. Давайте узнаем. Немножко тайное яйцо, как видите. Ой, а там тоже так же было? Нет, там была бледная. Желтая капсула, а здесь бледно-розенькая. Может, здесь девочка, раз розенького цвета. Как думаете? Я не знаю, просто вас спрашиваю. Точно, это девочка, конечно же. К сожалению, девочка не к мальчику. Давайте прочитаем, что у нее за любовь это. Ой, мальчик, любовь это звук ее голоса. Голенький мальчик идет. По телефону слышен. Да. По улице, если бы он так прошелся, его бы сразу арестовали, конечно же. Сразу прикольно. Такой же коллекционалист, как мы видели. Мы сейчас посмотрим, кто это у нас. Давайте поставим. Так. Сейчас поставить бы ее. Ой. Ой. Вот. Так. Она голенько стоит. Смущающе. Ждет своего Адама. И это у нас идет из... Вот она. Она ждет, чтобы он ей подарил сердечко. 14-я фигурка по счету. Ах ты прелесть.
Так апрель, если честно. И они такие резиненные. Мне нравится. Хотя бы две фигурки. Конечно, очень хотелось, чтобы у меня были фигурки мальчика и девочка. Но они вот есть, конечно, из разных. Но все равно они есть. Мне нравится. И вот последний сюрприз остался. Зомликс. Надо собрать 100 фигурок в одной коллекции. Они, эти пакетики, очень дорогие. И 100 фигурок мне очень попадется. Ну, как знать. Хотя бы, надеюсь, разные. Вот так вот длиннющий коллекционный лист. И... Ой, к сожалению, повтор. У меня черепашка уже есть. Она мне одна из самых первых попадалась. Начальных. Ой, не помню, где она у меня. Не вижу. Сейчас посмотрим. Как видите, токи. Немножко он на листе выглядит зелененьким, а здесь у меня желтенький черепашка. Все равно прикольненький. Вот такие сегодня мне попались интересные сюрпризы. Мои, конечно, любимые — это мальчик с девочкой, любовь из черепашка. К сожалению, повтор. Жалко наклеечки, а не фигурки. Конечно же, вот это полная бредятина, а не фигурка. Жалко также как повторчик. И также жалко бракованный немножечко. Достался из Юху его друзья. Не знаю, кто это за птичка такая. Но все равно фигурки очень интересные, красивые, качественные, прикольненькие. Можно ими играть, они такие скачущие. Мне это нравится, лизиненькие такие. Это очень интересно и хорошо. С вами была Юля. Спасибо, что смотрели мое видео. Надеюсь, также вам понравились, как и мне, игрушки. Надеюсь, вам также попадаются такие же интересные, качественные игрушки. Но надеюсь, вам не попадаются, как и мне, повторчики. Все. Всем пока. Бай-бай-бай.